Всем привет! Вы на канале «Семья Багдасарян». Мы сейчас находимся в мебельном салоне «Лазурит». Выбрали себе мебель, купили ее уже в нашу семейную комнату, в детскую, а также в кабинет. Миланочка пока здесь нас ждала, лежала вот на такой вот классной кровати. Удобненько тебе было? Вот. Милана выбрала себе вот такую вот подушку с эффектом запоминания. Вот такая вот мебель будет у меня похожа в кабинет. Это все дело мы потом покажем, конечно. Сделаем обзорчик. Примерно будет у нас через 2-3 недельки это. С установкой. Вот такое вот шампанское. Привет, привет. От Лазурит. Да. Спасибо большое консультантам. Решили все наши вопросы. А давайте я красоту покажу, то, что у нас получилось. Да. Сейчас я переключусь. Вот эта комната кабинет. Вот так вот в онлайн режиме мы сейчас его вот так вот оформим. Таким вот образом. При покупке здесь очень удобно то, что к вам выезжает консультант, он делает замеры, полностью формирует вашу комнату. Также можно будет выбрать, что куда поставить, и вот в 3D варианте посмотреть, как это выглядит. Ну, на практике это очень удобно. Потому что мы просто вот с женой стояли там, что-то думали сами, как что, и по-другому, да, Оль? Не совсем правильный выбор делаешь. А когда шикарная вот в таком формате, да. Вот это наша спальня. Кровать, туалетный столик. Будем ждать ее с нетерпением. Шкаф. Вот. Тут уже по миллиметражу можно все это дело обставлять и понимать уже, как что открывается, не открывается, удобно или нет. И детская. Так, вот так вот будет выглядеть. Вот у нас детская. Два рабочих места, две кровати, шкаф, тумбочки. Да. Точно. Даже это можно прорисовать. Все это, да. Показать детям. Дети оценили. Спасибо за кофе, за чай. Накормили нас. Да, накормили. Просто супер. Подарили разные подарочки. Вот это шампанское. Приятное общение. Да. Будем шампанское заходить. Мы откроем, когда приедут, установят. Обольете мебель. Качественную мебель, да. Чехлы у нас есть. Специальные чехлы, которые воду не пропускают. Будем тестировать. Подушки классные, одеяло. То есть не нужно ходить выбирать. Да, здесь у нас получается семейная комната обставлена, детская, кабинет. Тут же выбрали матрасы. Чехлы, одеяло, подушки. В общем, можете полностью укомплектовать. То есть просто очень удобно вот сидеть на стульчике и выбирать все для дома. Да, все есть наличие. Сейчас я покажу вам салон, как выглядит. Здесь чуть-чуть лампы такие желтоватые. По цвету вы не смотрите. Вживую, в действительности, все выглядит иначе. Есть вот такие вот шкафы, чуть уже, вот таким боком, с закруглением есть. Есть стекло без стекла, есть стекло затемненное. Для кабинетов вот такие варианты. Есть с бамбуком, есть без бамбука, вот там они стоят. Также есть для гостиной, вот в таком глянцевый, там матовый вариант, диванчики. Кстати, такой удобный диванчик. Ну. Классно смотрится, да? Классно, да. Такой вот белый просто шикарный диванчик.
И все, кстати, здесь на высоте, прям качество мебели. Вот такие вот шкафы. Вот такой вот шкаф мы выбрали. А, нет, вот такой. Вот этот шкаф мы выбрали. А вот фурнитуру взяли. Вот такая фурнитура. Мелочка, отойди. Тут очень удобный такой механизм. Можно я попробую, кстати? Да. Удобно не будет. Вот так вот выкатывается. Сюда можете что-то повесить и задвинуть это все так, обратно. Плавненько само заходит, да? Отлично. Здесь также выкатываются брюки. Можно, видите, вот туда-сюда двигать. Тут еще что-то можно, здесь можно выдвинуть, ботинки поставить, много кстати, чего. Вот эта фурнитура, да, это недорогая получилась, да, она вообще около 3 При том, что она качественная, да, фурнитура сама недорогая, потому что в основном вот на эту фурнитуру очень много денег уходит, а тут что-то в районе нескольких тысяч рублей. 1500-3000 да. Где-то вот так вот. 1500-3000, да. Вот. Классно вообще, считаю. Тут еще есть такая система, так, вот. Можно такой вариант сделать, тоже недорогой. Есть вот такой вариант, можно тоже организовать для галстуков. Наша кровать, получается, будет подниматься, да? Да, вот как здесь, вот открой. Кровать у нас будет вот такая, но открывать будет... Да, механизм вот такой. Нет, ты сверху надавливай, она закрывается. Вот эта кровать есть в двух вариантах. Тумбочки вот так вот отдельно могут ставиться, компоноваться. А есть вот этот вариант. Она идет трехметровая. Вот сзади такая панелька с подсветкой. И вот в таком формате тумбочки. Но при этом сюда же можно те тумбы переставить, если вы захотите. И все это дело можно, если позволяет место, вот так вот продлить. Все это переставляется местами. Вот таким вот образом выглядит. Везде есть докатки. Качественно все. Такая большая есть. Зеркало. Тоже так же докатка. Зеркало Оля себе выбрала. Здесь вот такой склад идет. Еще пуфик, только его нету здесь, да? И этот туалетный столик. Угу. Но это мы все дело покажем, когда у нас уже будет дома. А у нас вот телефон заряжать такие штуки будут? Да. Да. Вот здесь вот, где они? А, здесь нету? Вот с той стороны, да, сейчас покажу. Вы ложитесь, и у вас будут здесь USB-розетки. Тут есть два варианта. Один вариант такой, когда вы телефон положили, телефон зарядку принимает. А есть второй вариант с двумя USB. Это уже вы сами подбираете, какой вы хотите. Папа, смотри. Сейчас. А, сейф там. Ничего себе. Ну. Это не простая книга. Есть еще тут по детской варианты. Такие вот. Это мне дали. С мягким вот таким изголовьем. У нас будет чуть другая мебель. С более жестким, с выкатными ящиками. Но это когда уже будет на месте, мы вам покажем.